сейчас я вам покажу упражнения для верхней части спины, для укрепления верхней части спины, для укрепления шеи и для укрепления рук. Мы будем их делать лежа. Ложимся на живот, ставим руки у груди и оторвем руки от пола и будем держать. 8, шея вытягивается, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И покачаемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдохнули. Сейчас взяли руки в замок и держим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И пружиним. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отдохнули. И сейчас опять руки поставили у груди, подняли. И будем шевелить головой влево, вправо, влево, вправо. 3, 4, 5, 6, 7. И еще раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. И отдохнули.